Всем привет! Сегодня выбрался на обед в машине попробовать, как это отличается от велосипеда. Солнце светит, закрыть. Светит прямо в глаз. Взял супчика с собой. Хотел, правда, на закате поехать, но дождик обещает. И вон тучи уже натягивает. Так что как раз почти на закате. Солнце в тучах, успеем пообедать. Может, фотка какая получится. Там вот рапсовое поле такое нашел. Прям перед ним встану. Попробую в машине посадить. Так вот я хотел, чтобы прям дорожка такая была вдаль. И солнце садилось там где-нибудь. Но оно будет садиться где-то там, наверное. Ну и сейчас тучи найдут. Сегодня не получится. На закатном. Ну вот, а пока столик поставлю. Только ветер. Ветер, но тепло все равно. Даже жарковато в свитере. Ну вот такой вот вид я хотел увидеть сегодня. Сквозь багажник, через заднюю дверь. Довольно миленько. Чутка переехал. Эта машина ездит, пылище от этой дороги. Вот такое место. Ну, тоже симпатичное. Вот такое вот. Сейчас по-быстренькому пообедаю. Вот посмотрю, как на стуле сидится на природе. А то все на корточках, да на корточках. Потом с собой буду брать стул и стол в походы. Так, защитка моя. Я тут хотел было горелку газовую взять, другую. Но она мощная, такая крупная. И огонь получается не в центр будет, а он начинаться только будет отсюда вот. Так вот. А у меня как раз вот это нормальное. Но что плохо, она соскакивает, маленькая, вот эти штучки. Я из-за них хотел, из-за этих. Они как бы падают. Она еще катается, но... Я вот возьму так вот сейчас делаю. Беру 4 штуки, обворачиваю и вот эту одеваю. Ну, типа такого что-то. И она крепко стоит, во-первых. И не падает. Она прям туда всовывается. Можно хоть носить с собой. Так вот. Так, мой суп. Курино-сырный. Ну вот. Так, салфетка. Единственное, до этого пьета элемента не добраться, он где-то там. Ну ничего. Вот и все. Ну, теперь ее можно ворочать так, как угодно. И она никуда не денется.
А сковородку можно прямо на эти ставить, которые у меня есть. Вот. Так что как-то вот так вот. Пусть греется. Ну вот такой вид. Ну-ка, присесть. Ну да, удобно, конечно, сидеть-то на стульчике и смотреть куда-нибудь туда. Да, так удобней. Намного, никто не сползает, ничего. Подвинуть можно. Даже потолкать можно. Ну вот, она почти согрелась. Ну да, сейчас еще чуть-чуть. Тут тарелка холодная. Да, вот так нормально. Связывать его. Повыше только поднять. Так вот, где-нибудь здесь. Будет в самый раз. Ну все, последние лучи. Закатное солнце в тучах. Ну и хотя бы еще часик продержалось бы. Но нет, вон тучи уже дождевые. Так, ну все. То он уже булькает. Так, чтобы на стол не разлить, где-нибудь здесь вот. О! Супчик. И хлебушек. Ну да, так удобнее. Ну вот и все. Остывает только быстро. Уже почти холодная. Ну и солнце спряталось основательно и окончательно. Ну вот солнца нету. Ну я закругляюсь. Конечно, на стульчике удобнее. Удобнее хоть с собой его вози. Да, так что газовую горелку не буду другую покупать. Так, оставлю. Нормально. Тут как раз сковородка встанет. Вон она прям рядом. И на этом стоит она хорошо. Уже проверял. Так, ну вот и все. Автообед мой удался. Правда, с солнцем не повезло чуть-чуть, блин. Хотел фотки сделать на закате. Не получилось. Такой у меня сегодня закат. Ну ладно, что. Поехали. Было бы на береге, конечно, приехать, но ветер сегодня какой-то. Ветра дуют. Да и на машине давно не ездил. Так
прокатиться хоть на ней. Запищало. Все, распищалось. Так что всем пока, до новых встреч на обеде на природе. Потом еще приготовлю специально на целый день поеду.